Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас я нахожусь в Греции, на острове Тасос. Мы будем инспектировать с вами отель «Студия Рания». Стоимость его без питания от 1100 евро на 11 ночей. За 11 ночей 2 человека с вылетом из Минска. Если вы хотите поехать в этот отель или в другие отели, вы можете оставить нам свою заявку, и мы вам подберем тот отдых, который вам требуется. Наш сайт viking.by, там есть раздел «Контакты», также на сайте есть удобный онлайн-поиск и удобная система онлайн-оплаты. Территория небольшая. Вот, в принципе, вся территория, я так понимаю. Тут уже пошел сад. Это, я так понимаю, типа номеров с кухней. Здесь есть газовая плита. Они их только готовят, поэтому не судите строго. Санузел. Плазменный телевизор. Стены покрашены. Балкон, кондиционер. Балкон средних размеров с видом на дорогу и на море. Тип номер апартаменты, есть кухня, холодильник, посуда, ага, вытяжка, то есть вот кастрюли, чайничек, тут тостер делать или вафельник, душ, такой, видите, совсем простенький, санузел совмещенный. Везде плитка. В первой комнате у нас диванчик. Тут же есть балкон. Балкон средних размеров с видом на сад. Дверь. Стол. Белый. Вот такая. Плазменный телевизор, кондиционер вот там вот, не центральный, а индивидуальный, шкаф, балкон, тут два стула, столик с видом на море. Это тоже студия, ну такая же, все то же самое, с кухней, с посудой, с мебелью, идентичны. Ну и ниже мы с вами смотрели, тоже похожий тип номера. Здание трехэтажное. Может быть, нет. Тип номера студия. Однокомнатная. Видите, здесь нету разделения. Санузел такой же. Ничего нового. Шторка и душ. Большая комната. Здесь, судя по всему, может максимум 4 человека быть. Плазменный телевизор, кондиционер, плитка. Все чисто, аккуратно. И балкон здесь уже большой. Здесь уже, в принципе, смотрите какой. Уже может и шезлонг стать. Желаю-то, я желаю. Это студия, такая же, как соседняя. Но мебель немножко по-другому. И расположение по-другому. Смотрите, здесь уже диван стоит. Плазменный телевизор, фен. Уголок для кухни находится вот здесь. Санузел такой же, все. Балкон большой. Сушилка. Тут даже столик с зонтиком. Тип номера лакшери. Он, к сожалению, не готов. Здесь лучше мебель, более свежая. Смотрите, да? Также кухня, плитка. Вытяжка, кондиционер индивидуальный. И здесь уже более свежая плитка в ванной. Точно так же душ. Шторка будет. Тип номера сьют. Здесь он состоит из трех комнат. Их можно снимать отдельно. Вот смотрите, одна комната. Здесь есть отдельно свой санузел, душ,
Одна кровать большая, кондиционер индивидуальный, балкон, холодильник, плазменный телевизор, шкаф. Ну, все как обычно. Это один номер. Потом мы переходим в другой. Здесь есть тоже холодильник, уже кухня есть с посудой. Своя тоже отдельная ванная комната, душ. Душ здесь уже тематический, тропический. Это круто. И плитка здесь уже более свежая. Плазменный телевизор, кондиционер индивидуальный, он обновлен. Все чистенько, аккуратненько. Балкон с видом на море. А, извините, тут с видом на горы. И следующий тип. Это тоже сьют. Его тоже можно отдельно снимать. Их можно как все сразу три снять, а можно по отдельности. Он большой. Видите, здесь даже есть качели, которые выставляются на балкон. Можно сидеть, качаться, смотреть на море. Большая кровать. Ванная комната. Тоже обновленная. Душ тематический. В номерах есть сейф, фен, Wi-Fi. Все это бесплатно. Кондиционер бесплатно. Смотрите, какой большой. Ой, тут балконище, я бы сказал, больше, чем номер. Вот, какой большой. И вид на море. Если вам был полезен данный материал, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений.